С началом нового учебного года в Ульяновске откроются образовательные кластеры по направлениям искусство и креативная индустрия для обучения специалистов легкой промышленности и радиоэлектроника. Как и следует из названия, готовить планируются кадры для ведущих предприятий, производителей радиотехники, заводов УКБП и «Искра». В будущих классах уже идет ремонт, параллельно ему составляются образовательные программы. Разработка электронных систем и устройств стала на год короче, введены все виды практик и практически подготовки стало больше. Из первого курса ребята у нас будут работать и проходить практику на предприятии. До 1 сентября будут заключены целевые договоры. Программы короче, обучение интенсивнее. Целевые предприятия участвуют на всех этапах. Под нужды индустриального партнера закупается и оборудование, аналогичное используемым на заводе модели станков и целые производственные линии. По направлению радиоэлектроника к 2026 году планируется набрать больше 3000 студентов. Примерно столько же на машиностроение. Пятый по счету кластер открывается под нужды Димитровградского автоагрегатного завода. 2024 год нам принес еще одну победу в этом направлении. Был объявлен дополнительный конкурс, дополнительный набор на профессиональный тест. И у нас признана победителей заявка от ДААЗа и Димитровградского технического колледжа. Будет создано 6 зон. Из них это мастерская сварочного производства, дальше это мастерская со станками, числовым программным управлением, токарная и фрезерная. Дальше это будет еще одна мастерская токарных станков винторезных. Во-первых, это позволит нам более ограниченные сроки готовить специалистов. Во-вторых, посредством этой программы мы убеждены, что, закончив колледж, студенты придут к нам работать. Общий объем инвестиций на создание нового направления составил около 150 миллионов рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.